квантовым костюм делает сам фильм и сам режиссер, да? До Квентина Тарантино и «Бешеных псов» 50 лет больше, да? 70 лет в кино режиссеры снимали белые рубашки и черные костюмы. Герои, которые одеты в черно-белые костюмы, было просто тысячи. Но Квентин Тарантино собрал вот эту вот банду, и вот когда они, я забыла название трека, когда они в начале фильма идут замедленно, да, в рапиде, они идут в черных костюмах, в белых рубашках, узких галстуках, да, они идут по кадру, мы все, мы хотим себе вот это, мы хотим так же одеваться, хотим так ходить, да, на Хэллоуин, и все, это работает, вроде простой костюм, да. Потом вышел Pulp Fiction, криминальное чтиво, и, собственно, черные костюмы, они просто утвердились, да, абсолютно уже в тренде, это стало круто, да, то есть то, что было просто офисным костюмом скучным, стало вдруг круто благодаря Квентину. И таких вещей довольно-таки много, да.